А ваны хавас ладжезем. Здравствуйте, ребята. Аджазем, Азербайджан, лайх абад ширири. Ребята, а вы сегодня хорошо поели? Лайх абад ширири. Эбир абад пиди лайх ширири. Эбивара эльгирей мерим. Паша, из-за абад чизе эльгирей мерини ты не успел поесть? Из-за абад чизе эльгирей мерини? Вол яланах эльгирей мест. Яланах? Постоянно? Яланах? Шук вол через маргала тебе поен эльгирей мерим. Она неправду говорит? Через маркалать? Паша, вара менжен эльгирей мерин. Почему не успел? Менжен эльгирей мерин. Эбе пер книге ширарам. Ты искал книгу? Ширарам булзан тупраны. Если искал, то нашел тупраны. Тупма тупрамха анчахаба шизе эльгирей мерим. Кудам кана кащи не хадерли меле. Через Карина, кудам кана кащи не хадерли меле. Супку надо собирать вечером. Кащи не хадерли меле. Пеледеп. Паян Паша абачи мень. И ты аджазым, мень менчиня. А другие ребята что поели? И ты аджазым, мень менчиня. Эби паян Ирине подо ширим. Подо, каша, подо. Каша очень полезная еда. Пода пиде узала. Аван? Эби тобарджа ширим. Тобарджа, творог, тобарджа. Эби те тобарджа юрададу. Эби шимарда, шуба шокр, тогда чей. Шимарда, яйцо, шимарда. Шуба шокр, хлеб с маслом, чей. Ишрин, чаю попила. Пиде лайха батлана. Очень хорошо поела. Мотор. Мана паян яш каши держиш. Супом накормили. Яш каши держиш. Ириксер. Ириксер? Силком ириксер? Анчах такая ран, эби пылба и гердюх ширим. Пиди тутла. Пылба и герджа, блины с медом. Пиди тутла. Очень вкусно. Пиди тутла. Авана джазим, сидель хушине ларзасын. Ибир, мень калатбар, когда садимся за стол, что мы говорим? Сырис, абачи тутла пулдар. Приятного аппетита, абачи тутла пулдар. А чесем, манан, кудам капур. Кудам кара, тыр я балапур. Менюнда, что там внутри? Менюнда? Марине, эзо челендерень, пирень эштан пелес. Анцелен, не удивляйся, анцелен. Я вам помогу, эписире. Полжадов. Унда, абат, чимиш. Кижири. Чук, кижирмар. Это не морковь. Вол, щаврага. Оно круглое. Щаврага. Щеруми и. Щеруми димар. Это и не картофель. Щеруми димар. Вол. Пылак. Оно сладкое. Пылак. Пануми, фу пылак да щаврага. Тюре София. Вол, пануми, пылак, щаврага, тогда херле тесле. Маты урачасем. Калевара пухарка. Манан пануми, ишта. Пануми, кудам кашинче. Церес Карина, пануми, кудам кашинче. Яблоко на сумке, кудам кашинче. Аван, калевара, манан пануми, ишта. Панулми кудамка айенже. Тюрис яткар. Панулми кудамка айенже. Яблоко под сумкой. Кудамка айенже. Аван? Калевара манакалырга. Манан панулми ишта. Панулми кудамка ра. Тюрис паша. Панулми кудамка ра. В сумке. Яблоко в сумке. Кудамка ра. Пиде лайк, пиде аван. Калевара джазым алызымбек дардат бір. Шинже, айенже, ра, иногда ре. Тепре. Шинже, айенже, ра, ре. Тепре. Шинже, айенже, ра, ре. Пидзяван. А джазым, кам мэнь мэнь шимею радать? Кто что любит поесть?
есть. Кам мень меньше мию радать? Эйби куголь, тогда пицца, тогда палакпор ю рададап. Куголь – пироги, палакпор – мороженое. Эйби ди куголь ю рададап, тогда кижер ю рададап. Кижер – морковь. Кижер. Кубаста – капуста. Суган – лук. Кояр – огурцы. Помидор, помидоры. Чарок, репа. Пахча щимиш, пидя узала. Овощи очень полезные, пидя узала. Эби чох кагане юрададан. Аван, чох кагане юрададан. А чезем, калар гавара. Кам, поду юрадать, а кам яшка. Кто любит кашу, а кто суп? Эбе, яшка юрададу, анчахту поду юрад мастап. Эзе поду юрад мастаны. Ты не любишь кашу? Эзе поду юрад мастаны. Эбе поду пачахту юрад мастап, утларах селеба ты. Пачахта? Совсем? Пачахта? Утларах селеба ты. Особенно овсянку? Селеба ты. Эбе хуратува пати не юрададу. Я люблю гречневую кашу. Эбе де хурат улупаты юрадада. Аван, халивара аджазем. Кирилл, Данилия, тогда Карина. Меньше мне юрата не пыльми видео погадпар. А сейчас узнаем, что у нас любит есть Карина, Кирилл и Даниил. Кирилл и тляга эзэ меньше мне юрададан. Эбе те вещи обадши мне юрададан. Чонай терли-терли. Шаплатье влетели. Эзе сухан юрададыны. Эбе сухан шигырбата да тварба. Шедеп, пиде тутла. Эбе сухан юратмаста, пол южи. Южи де тутла пулать. А чесым калырха Карина меньшими юратмасть. Вол суган шиме юратмасть. Мэнжэнь вара вол суган шиме юратмасть. Мені жень дізень суган южі. Церес, мені жень дізень суган южі. Анчах та Кирил суган шімею радаць. Кирил, сугана мені біж шіець. З чим єсть? Мені біж шіець? Шагарба тада таварба. Церес, шагарба тада таварба. З хлебом і солью. Шагарба тада таварба. А чізем калархамана мені лікала з чавашла разная-приразная. Терля-терля. Терес, терля-терля. Халивара, тебе видео погадпар. Даниле, эзэ мэньши един. Эби. Эзэ Даниле, кусанын мэнь. Куманын пануми. Пануми тутлые? Шук, тутламар. Мэньжин пануми тутламар вара. Мэньжин тезэн вол южя. Мэнжи не свара, пану мне шиень. Аня, палиде, шитере, эби шиедик. Мэскэнь Даниле, тут ламар юже, пану мне шиедь. Андекала. А чезем, Даниле, меньше едь? Даниле, пану мне шиедь. Пану мне, тут лые? Даниле, тут ламар теть. Даниле говорит, что невкусно. Тутламар теть. Теть говорит. Маша, саншутпа, панулми тутлы? Маншутпа, панулми тутла. Маншутпа, да, панулми тутла. Яблоко вкусное. Панулми тутла. Менжень вара Даниил, панулми шиеть. Менжень чезень она, ама же панулми пана щитене. Потому что ему мама дала яблоко и сказала, ешь щитене. Маншутпа Данил Чие, вол панулми парашен мар. Цирис, маншутпа да Данили Чие, вол панулми парашен мар, вол пайлажашен мар. Он не хочет делиться, вол пайлажашен мар. Халеварачасим, тебе видео пахсели теперь. Кирилл, это шоколад Юрададене.
Палах, кам шоколад юрат маст? Манан, а не шоколад юрат маст. Тлин миле я была. Манан, шоколад пур, шоколад съедини. Пазан съеди, помазанка ядоб. Мед, ты купиди тут ла шоколад. Эбилм бикине юрададоб, тавда бущ. Таргашин. А чесем, хальвара Даниле пайла жасшаны? Халь Даниле пайла жасшан, шоколад папайла жасшан. А Кирилл шоколад юрададе? Кирилл шоколад юрадай, Даниле де шоколад юрадай. Анджахта Даниле, а мы же шоколад юратмасть. Целинили я была, просто удивительно. Даниле, а мы же шоколад юратмасть. Целинили я была. Тогда мы здесь. Даниле, калать, не ты купиди тут ваш шоколад. Чунахта, Даниле, калать, не ты на, возьми, купиди тут ваш шоколад. Это очень вкусный шоколад. Пиди тут ла шоколад. Тогда мин калац, Кирилл. Парзан щиедеб, пармазан каядеб. Парзан, если дашь, щиедеб, съем. Помазан, если не дашь, каядеб, уйду. Эби он пеке юрададеб, теть тогда, Кирилл. Я такое люблю. Эби он пеке юрададеб, теть тогда, Кирилл. Аван. Халиварак, аджезем, вреневе, вишлемедзе, выходчитре. А теперь пора завершать урок вреневе, вишлемедзе, выходчитре. Аджезем, чувашла, ну майка лажер, говорите больше на чувашском. Чувашла лаях, тогда хитре калач мапльни, чинун пуянлых некадардать. Умение говорить красиво и хорошо на чувашском языке показывает богатство человека. Анучу сериачесем, телели полулар. Будьте счастливы. Успехов вам, ребята. Будьте счастливы. Аван это всем. Привет, друзья. С вами я, Агаш. И сегодня мы будем дальше постигать особенности чувашского языка. В обычной жизни человек использует от 1500 до 2000 слов. Много это или мало? Со школы мы знаем, что лексикон Александра Сергеевича Пушкина был порядка 21 тысячи слов. Это, конечно, просто удивительно, но это Пушкин. Кстати, есть такой плановый язык – тукипона, в котором всего 132 слова. И с помощью этих 132 слов можно выразить все основные человеческие идеи. Но тукипона не так уж прост, как кажется с первого раза. Потому что знать просто слова недостаточно. Не менее важно уметь соединять эти слова между собой. Говорят, для того, чтобы говорить на иностранном языке, на базовом уровне, необходимо знать около 400 слов. Ну а словарный запас из 1000 слов позволяет нам вполне уверенно чувствовать себя в каждодневном общении. Это правило вполне уместно и для чувашского языка. Если вы не знаете какое-то слово по-чувашски, ну, например, слово «вода», то можно спросить с помощью следующей конструкции. «Вода» – «чувашла мнеле пулать». Как будет по-чувашски «вода»? «Вода» – «чувашла мнеле пулать». А теперь немного разговорных фраз для тех, кто хочет знать чувашский язык хорошо. «Чувашчельги мана кележеть». «Мне нравится чувашский язык». «Чувашчельги мана кележеть». Маншутпа чувашчельги ебармар. По-моему, чувашский язык нетрудный. Маншутпа чувашчельги ебармар. Эби чувашла веренеши. Я хочу выучить чувашский язык. Эби чувашла веренеши. Эби хама вали план туром. Я сделал для себя план. Эби хама вали план туром. Кашникун вон и минут хушинже. Мензе пули итлемеле. Вуламала, ширмала. Каждый день в течение 10 минут надо что-нибудь слушать, читать, писать. Кашнигун, вуна минут хушинже, мензе пулин итлемеле, вуламала, ширмала. Кашнигун, сагалдан, водер минут хушинже, камбада пулин чавашла калашмала. Каждый день
По крайней мере, в течение 30 минут надо с кем-нибудь говорить по-чувашски. Кашнигун сагалдан водер минут хушинже, камбада булин чавашла калашмалла. Все не так уж и сложно. А вот еще некоторые выражения, которые могут пригодиться нам в обиходе. Эбе килежетеп. Я согласен. Эбе килежетеп. Эбе килешместеп. Я не согласен. Эбе килешместеп. Эзе мана килежедим. Ты мне нравишься. Эзе мана килежедим. Эбе сана юрададым. Я тебя люблю. Эбе сана юрададым. Ман шутпа, по моему мнению. Ман шутпа. У кирле. Это нужно. У кирле. У кирле мар. Это не нужно. У кирле мар. Эбе онлан маров. Я не понял. Эбе онлан маров. Эбе сана паян шингаравладов. Я тебе сегодня позвоню. Эбе сана паян шингаравладов. Эзе кежер пужие. Ты сегодня вечером свободен? Эзе кежер пужие. Халь калама пулдараймастов. Пока не могу сказать. Халь калама пулдараймастов. Эбир ошта тель пулатпар. Где сегодня встретимся? Эбир ошта тель пулатпар. Тень Иванов палаги по деньге. Может, у памятника Иванову. Тень Иванов палаги по деньге. Халь мень тватпар. Что сейчас будем делать? Халь мень тватпар. Кстати, вы, наверное, обратили внимание на странную конструкцию. Иванов палаги. Памятник Иванову. Это изофет. Это очень непривычное языковое явление для русскоговорящих людей. В тюркских языках изофетом иногда называют особые именные конструкции, состоящие из двух существительных. Изофеты делятся на три типа. Первый – простой. Когда определение стоит перед определяемым в именительном падеже. Тимир кажек. Железная ложка. Буквально «железо – ложка». Сравните в русском языке. Человек – чудак, рыба – кит, камень – град. Второй – суффиксальный, в котором первый элемент – определение – принимает на себя притяжательный суффикс третьего лица единственного числа, имеет форму «и» после гласных, «э» после согласных. Это как раз наш случай, Иванов палаги. Основа заканчивается на согласную «и». Соответственно, добавляем окончание «э». Если основа слова заканчивалась бы на гласную, то буква «и». Чуваш – чельге. Чуваш – чуваш. Чельге – язык. То есть язык чувашей или чувашский язык. Чуваш – чельге. Есть и исключения. Это слова, которые оканчиваются на «у», «ы». В этом случае окончание меняется на «ове», «эве». Ну, например, «ту» – гора, «алтай» – «товезе» – алтайские горы. Есть другое исключение. Слова, в основе оканчивающиеся на «т», которое меняется на «ч», например, «печеть» – «печать». Щурт – дом. Печеть – щурджа. Дом – печати. Третий – двойной суффиксальный, когда первый элемент принимает суффикс родительного падежа, а второй – притяжательный суффикс третьего лица. Обычно такие сочетания соответствуют русским словосочетаниям с родительным падежом. Например, «ватызинь сымае» – слово «старших», или по-русски мы говорим пословица – поговорка. Мы надеемся, что теперь вам стало несколько понятнее, что такое изофет. То есть то, на что иногда гости обращают недоуменные взоры при виде табличек с наименованием улиц в населенных пунктах Чувашии. Ну что же, наша встреча близится к концу, и поэтому еще несколько фраз пожеланий. На праздник можно сказать следующие слова. «Уяв я тебе! С праздником!»
уяв я тебе. Чурал на кун я тебе, с днем рождения. Чурал на кун я тебе. Чини щул я тебе, с Новым годом. Чини щул я тебе. Заметили, что в конце мы всегда говорим я тебе, то есть с, или точнее с именем, от имени. Сакун я тебе, именем закона. Сакун я тебе, юбилей я тебе, с юбилеем, юбилей я тебе. В конце мы можем сказать саламладов, поздравляю, саламладов. Уяв я тебе саламладов, поздравляю с праздником. Уяв я тебе саламладов. Пожелания в чувашском языке формируются очень просто. Мы говорим то, что хотим пожелать. Например, телей, счастье, телей, юраду, любовь, юраду, онежу, удача, онежу, череп сывлах, крепкое здоровье, череп сывлах. А теперь в конце мы добавляем слово сунадов, то есть желаю, телей, юраду, онежу, череп сывлах сунадов. А еще можно сказать «Эмедерзем пурнышланчер». Пусть сбудутся ваши мечты. «Эмедерзем пурнышланчер». Учите чувашский язык. Делайте это с удовольствием и регулярно. Чувашский язык, как и любой другой язык, помогает нам увидеть мир другими глазами. Видеть мир глазами людей, которые живут здесь, в Чувашии, очень важно для взаимопонимания. Пробрни онланы, тогда онажюзере. Взаимопонимание и удачи вам! Серенбе агаш пульче, тель булычень. До встречи, тель булычень.